И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в регионе. По данным на 30 ноября в Ненецком автономном округе выявлено еще 7 новых случаев заражения COVID-19. Заболевшие жители Нарьинмара и поселка Искателей. 9 человек выздоровели. Таким образом, всего в регионе, по данным на 3 ноября, лечение от коронавирусной инфекции получают 145 заболевших коронавирусной инфекцией. По информации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа, в специализированном инфекционном отделении специализированной реанимации Ненецкой окружной больницы на сегодняшний день находится 29 пациентов. 7 в удовлетворительном состоянии, 16 в средней степени тяжести, 6 в тяжелом. В реанимации находится 7 пациентов, 5 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Кислородотерапию получают 16 человек. В стационаре в специализированных отделениях оборудовано 39 коек для больных коронавирусной инфекцией. 9 из них оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. По оценке специалистов, этого количества на сегодняшний день достаточно. Все койки имеют доступ к кислороду, и при необходимости мы способны развернуть, практически двукратно увеличить запас коечного фонда. То есть по сравнению с другими субъектами Российской Федерации состояние у нас значительно лучше. В условиях ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе медики настаивают, что в случае возникновения каких-то симптомов, первое, необходимо оставаться дома и вызывать врача. И вот тут начинаются проблемы, поскольку вызвать врача на дом сложно. Жители жалуются, медицинская помощь работает с опозданием. Представители здравоохранения признаются, в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в целом, когда еще превышен сезонный порог ОРВИ, медицинские работники работают на грани своих возможностей. В настоящее время на каждом из них лежит большая нагрузка. Спасибо им большое, что они в этих условиях продолжают лечить и в стационаре, и амбулаторно. Отдельные слова им благодарности всем, и младшему персоналу, и врачам. Ну, хотелось бы сказать, что сейчас очень много вызовов. И, Вячеслав Васильевич, если необходима какая-то помощь автотранспортом, я понимаю, что наверняка и поликлиника Заполярного района, и окружная больница, они не готовы были к такому количеству вызовов. Количество вызовов участковых врачей на дом увеличилось в 3 раза. Для примера, во взрослую поликлинику в Нарьинмаре в день поступает порядка 200 вызовов. Глава региона Юрий Бездудный поручил укрепить медучреждение дополнительным автотранспортом за счет автопарка службы материально-технического обеспечения администрации. А также в случае необходимости привлекать автомобили компаний-недропользователей, офисы которых расположены в Нарьинмаре. Врач должен приезжать день в день и при необходимости проконсультировать. То есть случаев, чтобы кто-то вызвал врача, а он к нему не попадает, там, приезжает через день, у нас не должно быть такого. Напомним, режим повышенной готовности в Ненецком округе продлен до конца ноября. Введены ограничительные меры для заведения общественного питания, которые будут закрыты для посещения с 23 часов до 6 утра, а также в работе ЗАГСа. На торжественной церемонии бракосочетания могут присутствовать только молодожены и регистратор. Прибывающим в Нарьинмар из других регионов, в том числе и местным жителям, необходимо представить либо справку об отсутствии заболевания, либо уйти на двухнедельную самоизоляцию за свой счет. В общественных местах и на транспорте действует масочный режим. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».